Награды в новом компендиуме разочаровали абсолютно всех. И именно поэтому Epic Loot запустили свой собственный боевой пропуск. Всего 15 заданий, за выполнение которых каждый получит гарантированную аркану и тонну подарочных кейсов. Это не шутка. Плюс супервременная акция. Только по ссылке в описании. ПП на Epic Loot можно получить бесплатно, а не за 500 рублей. Ну а для любителей еще большей халявы на сайте есть предсказания. Предскажи победу встреч двух команд на Инте и получи халявные шмотки из топа предсказателей. И конечно же, не забывай о промокоде, который ты видишь на экране, ведь он даст тебе плюс 15% к пополнению баланса. Все, ставь ролик на паузу и лутай халяву на Epic Loot. Здорово. Я рад за тебя. Так, сейчас приду, парень, пока пики. Не скучайте тут. Опа, Clockwork. Супер хорош в ответе двух геров. На самом деле, по идее, но все равно Вичи верю. У меня Вичи дальше по сетке проходит. Мне кажется, не сильнее, как команда. Anyway. Ну я говорю, я эти ХП что-то переоценил. Сейчас то, что показало, да. Ну там Медуза сильная. Но... Медуза уже против этих трех героев хороша. Но Clockwork против их сапов хорош. Ну, точнее, Сайленсер и Шекера. Я Виллу, кстати, вообще на Инте не видел. Очень странно. Вот Медузу, кстати, до Инта особо не пикали. Я не столько пабов наигрался. И вижу в ней суперсильного героя. Странно, что и она не появляется чуть ли не в каждой игре. Она очень сильна в этом патче. А чё ещё Медузу взять-то можно в этой игре? Какие там герои остались? Мор в баню, Мерса в баню. Спектра тоже в баню. Вот я смотрю, да. А то уж они сами забанили. ТБ тоже в бане. Луна хрень полная. Свен, может, дровка. А, дровка. Дровка. Дровка хороша против Лузы. Если шмотки будет иметь. Только если шмотки будет иметь. Йоу. Антимага. Они дровку уже пикнули, а чё? Антимаг же вообще... Чё? Не, против этих героев антимаг это киска. Ну хз, как по мне, тут фришно для антимага, реально. И на лане по кайфу с шейкером. Хотя там сайленсер шейкер... Не, нихуя не по кайфу. Шейкер, сука, с тотемом, все ебло ему сломает. На самом деле, дровка неплоха. Дровка неплоха, если ей буквально для этого нужно. БКБ, пика, манта. Ну, в лейте, в глубоком лейте. Он стоит 12, сидит, ебашит на этом эсэфе. У него аркана на эсэфа, он, блядь, фпшит его вообще на похуях. Я за бристл бета трахну, шалаем просто в очко. Дровка сможет. Я чисто пофлексить тебе. Тем более, у этот Clockwork темповый герой против не этих. Сайленсера, шейкера, можешь напрягать их. А я думал, ты какой-то, типа, ну, ставочник жесткий, понял? Ну, типа, ну, ты понял. Спасибо, Азанат. Ну, я думал, ты какой-то вообще ёбнутый ставочник. И хочешь мне предложить какую-то хуйню, реально. Понятно тогда. Так. Ну, чё вообще по пикам? Мне пик Vici Gaming нравится. Но, правда, там дуза неприятно. Мне вообще, не похуй, я ДВП больше ставить не буду. Я еще помнишь, когда мы деньги въебали... На ВП, когда они брейки пикали. Да, так погоди. На ВП или против ВП? Мы ставили тогда на ВП, на брейкера. Ясно. Кстати, у них брейкер в пике есть. Но там дуза, не будут брать ее. О, не знаю. Вот тут есть одно но. Если... У кого лас пик там? Как понять, у кого лас пик? Я давно, У Vici Gaming. Ну там такие. Смотри, вот. Они не забанили Дарксира, они могут так подставиться сейчас по него. Они могут так подставиться. Хоть типа, лас пик Дарксира в Vici Gaming или ВП? Vici Gaming, еще Gaming.
Да, они могут. Да, могут, могут. Смотри, смотри, смотри. Они отправят Магнуса мид против Пака, это супер фри линия для него. Возьмите ДС, я вас прошу. Да, кстати, реально, ДС очень хорошо заходит. Ну, ДС Медузы ебёт, а Медуза вся команда будет ебать. Там глобальный. Это Дуза так охуеет от игры. Не, ну тут ДС, в принципе, хорош под клоком, он щитки раздает с аганимом, и этот клокер будет ебать их в соло. По факту и не доебёшься. Ну, вот видишь... Не, ну, они же не глупые, возьмут же. Ну, у них минута. Думают. Кто у них там? Капитан, тренер, пикер... Old Eleven. Зура видел, кстати, от Nightfall ДБ керри? Да, я видел. Пожести, ДК. Чё? Ооо, сука. Ну это медовый ДК. Тройка, Магнус, мне не нравится. На кого ставить будешь? Я вообще хуй знает, если честно. Бля. Ну вообще пик сверху мне нравится. Ну вроде солидный. Да и снизу тоже неплохой. Бля. Я пищу начал снизу поставлю, пизду, короче. Ты на Вичи Гейминг 2.0 ставишь? Да, да. Чё? Да я тысячу поставил всего лишь, похуй. Чё, Заур, чё делаем? Как думаешь? Ага. Я не знаю, бро. Смотри, надо... Вот тут много будет зависеть от топ-линии. Если эта дровка... У этой дровки будет хорошая линия, если они разъебут, что маловероятно. Что маловероятно, потому что Шейкер будет её просто ауткейсить. У Дузы фри-линия, это точно. На миде такая фри-линия. Ну, в целом, если игра до лейта дойдет, мне пик справа больше нравится. И от клока много зависит, если он сейчас засноуболит и этого сайленсера выбит на линии. У него аркана на СФа, он, блядь, он фпсит его вообще на похуях. Я не знаю, я брифнул, плюс это Вичи Гейминг против этих дед инсайдов. Ну, я только с друзьями делюсь, а мы не знаем. Не знаю, я Вичи играю. Ну, а го... И судя по первой игре, Вичи, это Вичи. Сильная. Не знаю. Ну, го на Вичи залю. Го на Вичи залю. Поддержу Кусакаби, так скажем, ставочка реально. А прикинь, проебёшь опять? Залил 50 бэксов на Вичи Гейминг. Красавчик, да. Да я что-то ебал по сотке ставить уже. Чё, парни, залил 50, если чё, на так называемую команду Вичи Гейминг. Вторая карта. Посмотрим, что получится с Мукичем. Чё по прогнозам делаем? Ну, о, кстати, я тоже сейчас что-нибудь делал. Нанёсший героем больше всего физического урона. Ну это Nightfall. На Дузе. А почему Nightfall, подожди? А кто? По её, почему нет? Физ по её, конечно, дровка. Число деревьев. Ну, тут больше трифта. Ну, тут будет зависеть от того, кто будет побеждать. Ну, дровка очень много дома выносить будет. Уничтоженных деревьев, это что за больше хуйня? А, это больше... там хуйня, короче, забей. Там 300 да. Просто выбери там. Мы на опыте уже. Да. Первый так. Мистер больше 300. Да. Да там иногда даже багается. Там багается этим. Лесочки. Ладно. Игрок первым добивший 50 крипов. Это, я думаю, пак будет. Пак? А, ну да. Пак. Точно. Пак. И о, время отношения первых казарм. По казарм, ну тут вообще рандом. 30-40, maybe? Те и те хорошо дефают, когда. 30-40 гоу. На 30-40 поставил. Да, 30-40. Ну, или после 40, ну 30-40, окей. У обеих просто такие коры, которые на хэкграунд не дают зайти. Вичи, вард уже сняли. Да. И поставили один опсик. Точно, игра была бы, если бы Дарксир был бы, такие файты были бы охуенные. Меня вот единственное, что напрягает, это то, что у Дузы слишком фри-линия будет, из-за этого они могут... Да. Ну, плюс два милишника против Дузы, не знаю. Им... У них кемп заблочен, вот этот маленький, есть еще этот хард кемп не заблочен, если они один раз отведут, и линия встанет близко к Дайру на боте, то Медузе будет тяжело. Очень тяжело будет против клока. О, следующий делает Вичи Гейминг. Нормально стоит мид. Надеюсь. Смотри, да. Зонят сайленсера, он тэпнется, наверное. Да, он тэпается. Чётенько сделали. Линия запушится на Вичи Гейминг. Клок подходит. Да, это то, что, о чем я и говорю. Клок пятерка, да? Да. А, блядь, вы чё, ёбнулись совсем? Да это ещё нормально, я что-то OG видел, легионка, пятёрка. Ну, такое на самом деле было.
мапу, вижу, бот бежит герой, думаю, сейчас клок прибежит, тут линия пушится, медуза выйдет нахуй с игры сейчас. А тут бабка прилетела. А зачем, кстати, они вот так поставили? Чё-то не понимаю. Клок бы сенсера ебал же, нет? Нереально. Конечно, я про это говорю, да, обоих. Да. Странное решение. На кого ставить? Я поставил на вещи гейминг, парни. Вы не знаю. Слышь, у нас походу бетка ребренд. Ну, не, PC Попова пока нормально держится. Рома, ну въебали. Ну нет, я не въебал. Ну ладно. Так, сейчас сек, донат. Так, да, я ебанутый ставочник, но я только с друзьями делюсь, а мы не друзья, да и лом заниматься продвижением самого себя, когда бабки есть. Понятно. Зато на миде все хорошо у чела, один скрипов, плюс у него пачка. Ну, идет. Ну там фрилайн для ДК. Нихуя, подняк, подняк. Ори красавчик, Ори молодец. Он ботл еще купил. Да еще и задрот, боже мой. Да ручки трясутся у молодых, не могут играть. Кстати, это тоже. Стан. Да, потняк, 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 не. Вообще неприятно для пака, вообще неприятно. А, ну он все вообще охуенно делает на АДК, пока что. Мне нравится. Играл бы с Ори в лобби? Ну, поиграл бы, поиграл. Да я... По кайфу было бы. Думал бы меня разъебал. Да. Круто. У него вообще все супер охуенно ДК, вообще пиздец. Это против пака ДК, иначе бывает. Но сейчас, правда, зачем шифт брать на паке вообще против ДК? Против ДК. Ну, мне кажется, первый типа как-то, но у него и там сложно. Там же невозможно задожить вообще Unreal. Ты можешь на ДК замахиваться в любой момент и все. Да, разводить. Там, не знаю, такой, там, по-моему, вообще с первым нельзя дожить, нет? Ну, если он... Хотя, погоди, там 0.75. На макс рейнджу, скорее всего, только можно. Да, если на макс рейнджу, если он задоржит, то только так, мне кажется. Ну, вот, в любом случае, это невозможно. Да. У него мгновенная это анимация мгновенная. Сейчас пойдет, стану ему въебет. Ребята, это знает. Да нахуй потеет на такая ебаная, сука, робот. Какая разница, он за деньги потеет? Наши? Да. Ну, как вчера. А мы вчера брали хоть интервью или нет? У Пупея. Ну вот он запотел за наши деньги. Ладно. И вот смотрю, в боте не так уж и все ебать. Их там дровка еще на шейкере ФБ делает. Эти ВП не сломались, я вам отвечаю. Их срочно надо домой посадить, а не на будку. Ну они не могут в будке играть, это не Unreal вообще. А, в будке, блядь, это, ты имеешь в виду... Я думаю, что за будка, блядь. Я подумал. Да, я тоже. Ух ты. Я вообще не представлял, как в боте лайнинг будет... Ну, тут Магнус камбэкнул, я вижу. Магнус, да, у него ПКС и пиздос. Там еще Медузу хорошо так напрягли, сорян, без ресурсов стоит. На топе шейкер, сука, динает много очень. Ну, это нормально. Да, да. Это нормально. Против дровки еще. Дровка 6 апнет, если. То, что дровку не выгоняет с линии, это уже хорошо для нее, чтобы ты понимал. Она еще килл сделала, у нее там. Это круто, у нее хорошо все. ДК с формой, пак ТП на базу нажимает. Дровки Фалкон, кстати, прилетел уже. Я надеюсь, этот Магнус задумается сети купить, капли купить. И он, в принципе, свою линию, свою работу же сделал. Я уже какую змейку вижу от Найтфола, которую он кидает, это пиздец, чтобы вы понимали. Чё там? Ну он просто по крипам, там идет 5 крипов милишных, он кидает в них вторую змейку, ну вторую качественную. Он, короче, такую. Не по дальнику, не по Магнусу и вообще нихуя. Ну там нападение на топе на Клокверка происходит, но он выживет, мне кажется. Там у него фласка, 3 стика. Хотя там сапог у шейкера у Клока нет. Увило второй. Тихо-тихо, не-не-не, выживет. Да, выживет. А, у него коги появились. Молодец.
Не, у Магнус уже ауткейсит медузу, это пиздец. А дропка фрифармит уже, все. Маны нету, кстати, у Дузы сейчас. Появилось немного, но... У неё сапог, в принципе. Они её не убьют, но пробить могут. Ей очень приятно, она может уйти отсюда спокойно. Сразу тэпается. Выживает на бабке, вообще по кайфу. Вас хит на миде ебенишь. Вообще пиздец. 50-14 на 31-3. Вообще пиздец. Батя Нетворс открыл, кусает, охуеть. Нетворса? Да, охуеть. Така много. Застакает. Чё не стакает, кстати, вот этот? Нижний на тройке. На ДК была возможность стакать. Он и этот не застакает. И этот. У меня экран снова поднялся. Так, настройка, короче, есть где? Настройки, короче, да? Там настройка есть. А там отдельно. Да похуй, я буду перезаходить. Я не сдамся. Чё, могу тебе демку рубить, если хочешь? Не-не. Дискордем. Я хочу за Nightfall'ом змейкой поглядеть. Нет, там, короче, есть настройки, отключить приближение, отдаление. Все. Гляну. Сейв себе урну делать. Нападение на Клокверка у нас происходит сейчас. А где это? В основных или расширенных? Да-да. Смотри, настройки, короче, камера, отключить приближение камеры. И все, ты не отдалять ничего не сможешь. Дримкоил по двоим сейчас. От пака. Должны убивать... Да, убивают Клокверка. И все, в принципе, дримкол на одного клокверка, по сути. Ну нормально, нормально так, круто. Все нашел. Правда, я смотрю на этого ДК, это вообще пиздец. Тварь ёбаная. Бля, да вообще на 4000 нетворс, это ещё рофлит. У стрессы там нападение. А, ага. Не получилось. Еще и рону на боте ловит пак. Нетворс еще врублю. Ебать, 4000 нетворс учила реально, я ебал. Потому что типа и Найтфолла тоже смеется с его змейки. Да это все, конечно. Там дровка фрифармит абсолютно. Как мы знаем, дровка фрифармит еще против Дузы. Ну все. Дровка идет. Нереально. Правда, у нее стаков нет, а вот у Дузы. У Дузы тоже ни хрена нет. Вот один стак она зафармила. Да. А, не, у нее еще вот хардкем застакан. Ну там Эншинов не стакает никто им. Это не круто. И шейкера в лес уже прогнали, в лесок фармит, на миде тауэр уже почти что упал. Да, нет, вообще, ну, тот... хуёво всё для ВП складывается. А, дровка сразу же отходит, по-моему. На. Да это роботы ебаные, я в ахуе. Ну да. Кстати, вот китайцы, они вот в этом плане очень жесткие, то что они всегда чувствуют, где может быть враг и не фидят. Вот их коры всегда вот под эти ганги не подставляются. Нападение идет на дровку, но ее не убьют. Хотя там есть дримку... Не-не-не-не, никак. Unreal. Да. Выживает. Боти пизда, на ворот тоже, смотри. О, стиков там много, фейрик, ее не убили бы даже, если стало бы пак. Да, фейрик сиким. Через 30 будет форма у ДК, Митауэр точно должен упасть, ему уже катапульта падеет, я думаю, саппор сянется, а он и так упадет, там вообще 200 хп. Да, вообще пиздос для ВП, конечно. Хуёво всё. А, у них еще в боте тавр упал. Они глиф еще не жмут, это пизда. Хм. Сейф что-то подставляется. Чуть не умер, я кстати. Я думал, сейчас сдохнет. Да-да, я тоже. Кингслейера убивают. Кингслейер дохнет. Пиздец. Домик, кстати, у Магнуса, ебать. У Найтфола... Ну, что он делает? Смотри на Магнуса. Пиздец. Я не знаю, да чел уже вообще выгорает. Охуеть. Просто встал. Я паузу поставил. Ща Урс еще себе возьмет. Кстати, блинк появляется у ДК, парни. Пизда. Пизда, пизда. То есть, да, на 10-й минуте. А зачем он блинк взял? Он же мог сейчас просто какую-то шмотку взять. СБ, например, пойти трахать. Кстати, да, как Варик. Дровка фармит. Ну вообще, у Вичи Гейминг все очень здорово. И шейкер без блинка еще будет. Сколько ему? Они тысячи голды еще... почти. Ага. А они еще с ДК смаканулись. На Дузу, кстати. На Дузу, кстати. Дуза. Они убьют или не убьют? Она без ульты. Убьют, конечно. Убьют. Там Starfire ульта. А те нами тоже смаканулись. Видно. Да, нападение на Дузу. Маны нет, но форму пока не нажимает. Нажимается форма. ТП нажимает просто под сало. Ну, нормально. Повезло. Нормально. На топе, на топе. На топе нападение на дровку идет.
кстати. Фиссура, дровку пока не убивает, ХСМ, да, дровка сдохла. В размен на сейва будет, да. И также пака подловили, пак выживает. Ух ты, блядь, если бы он РП нажал. А прикинь, если бы дал, да, пиздец. Не круто было бы. Охуеть. Кстати, если нажал бы, он попал бы по нему. Он что-то не сразу отпрыгнул, не отреагировал. Это еще без клока было. Был заюзан глобал, все спелы нажаты. Они могут, в принципе, тавер сломать. Этот. На очку. С катапульта. А что они тавер? Сели. Тавер. Да, мог с формой поломать немного. У них, да, конечно, дуза без ТП, шекер без ульты, глобала нет, ни хрена нету, не могли спокойно. БКБ делать себе ДК. Кстати, дровка без сайленса на восьмом против дарквиллов, это тоже... А, кстати, если бы Сало был, он бы выжил, скорее всего, на топе. Если бы Сало дал на шейкера, да, дал. Сало против пака, шейкера, дарквиллов, как можно не брать на восьмом левеле. О, у нее, кстати, аншей много, она сейчас зафармит. Угу. Там, кстати, смоки нажимаются от Twitch Gaming. На топ выходят. Тавры вообще не хотят отдавать. Хук в сейва. Сейв живет пока что. Но недолго. Кстати, чуть-чуть этого не убило. Пока не убил. Че, ну они по тавру должны пойти. С домиком Магнуса. Или не будут, что ли? Не будут, просто уходят фармить. Формы нету. Пока что. 10 секунд до формы. А, ебать, посмотри, что он делает на дровке вообще. Он фармит. Ну он фармит, да. Там, короче, чел на Магнусе я домиком подвел крипа. На нетворсе посмотри, там первый. Я крипа. Вижу, вообще пиздец. Там еще один стак сейчас будет. Все очень круто. Что там было, я не понял. М? Ты что-то про домик сказал. Ну, а, ну там, короче, чел на дровке Эншента фармил. И чел на Магнусе домиком танчил крипиусов. По кайфу. За дрот. Бля, слышишь, мы выиграли по деревьям, по-моему. По деревьям? Сколько ну, там? Ну, дровка режет деревья, я вижу, он. Да-да-да. Он на приколе хрен. Да не только, там еще и этот. А как посмотреть, сколько деревьев уничтожено? Ну, справа там, короче. А, 176, да? Да. Ну, там еще по-любому снэпка ультой тоже поломает. Да-да-да. Мы первый раз проебались, мы сят выбрали. Кстати, блинк появляется у Магнуса. Можем заметить. Хук по дему. Блинк ему сбил ракеткой. Дем пока выживает? Нет, он должен умирать. Да, дем. Эхо слэм, что? Чё, блять, зачем? Стоит заметить, что у него левел 7 на шекере. 7-й левел. Да, это пиздец. Тройка, да? Ну поплыли ВП на самом деле. У них, то есть, два кора игру имеют, а у Вичи все три имеют игру. Плюс Клокверк, 8 левел. А еще и Клок 8, пиздец. Да как, кстати, БКБшка себе делает? Ну, тупо впитывать будет, я так понимаю. Да, стоит заметить, что тут по через БКБ дэмэджи 0. Это, кстати, очень плохо. Когда у тебя никакого. Видно дузу, вывозит дузу на мид, дуза ультует, глобал нажимается. Шейкер без эхослэма, кстати. А ульт левел просто отвернулся. Он сейчас РП даст, РП готов. Ой, блять, дровка сдохла. Да, дровка сдохла. Это хуёво. Это очень хуёво. РП по двоим. Ой. Магнус тоже умирает, сейф тоже погибает. Пак пока живет, но его засейвят. Бля, ну вообще не круто для Вичи Гейминг, там Дуакор сдохло на двух саппортов. Они хуёво дерутся, в хуёвом месте, им это все не нужно вообще. Дробка даже без Драгонлэнса, зачем она дерется, зачем она участвует. Он Найтфолл купил Драгонлэнса, и он не прочь подраться, вот Дробка без этого. Ну Найтфолл, кстати, топ-1 по нетворсу пока что. Да, отпустили его, отпустили. Но это все похуй. Драгонлайн сразу БКБ хочет выйти, и дровка это тоже. Блин, купака появляется. Им нужно первыми нападать. На топе, кстати, погибает клок сейчас. Да, вообще похуй на клока этого. Или, да. Чё, блять, ты чё? Да нахуй путит, блять. Охуеть, нахуй путит, это вообще пиздец, вы видите? Это нахуй сидит, старается, блять. Я в охуе. Потный, блядь. А, у дровки на самом деле что-то мало. Не,
Ну, да, она на самом деле сейчас сдохла очень хуёво. Она уже два раза умерла. Угу. Поэтому так хуёво. На самом деле, просто Вичи нужно первыми нападать, и все, у них будет нормально. Если они подставляются, они начинают сами файт, то это хуёво. Им нужно там СДК, там Сайленс. Да-да, глобального убить, и будет норм, все. Первого. БКБ фармит себе еще на ДК. Ну, Пак догнал ДК, кстати. У Медузы Монта стоит заметить очень сильная, очень много у нее. Если они сейчас, ну, вот с этим, то тем, что у них сейчас есть, они сейчас пойдут задавят их, могут дровки не дать, а БКБ фармить вообще. Угу. Дуза сейчас невероятно сильная. Демо видно, сильная. Нападение на демо на топе, на шейкера. И, ну, он должен дохнуть здесь на самом-то деле. Стан? Да, дохнет. И все. Ну, я надеюсь, что Вичи anyway выиграет, слушай. Вот. О, кстати, лук падает для дровки. Или погоди. А, не, это для Дузы. Хуёво. Крайне хуёво. Лоту сделай, кстати, бабку, это вообще супер правильно. Вест Глобала. Приятно. Чё там по левлам? Бля, у дровки 12, у Дузы 15 уже. Это очень хуёво. Это очень хуёво. Ультра хуёво. Сейчас, возможно, кстати, соло фраг будет. Не, он уходит от на кингслейере. Да, на боте, я думал. Медуза, кстати, манту не купила. Она сразу сходила, хочешь. Я думал, она манту покупает. Ну, и думал, шея уже летит. А там, кстати, сейчас это часто делать начали. Манту не покупают, сразу скади выходят. И со скади идут что-то там, делать. Ну там сайленс, скади, прикол скади в том, что ты, во-первых, там линии скипаешь, а во-вторых, ты сало себя снимаешь, ульту нажимаешь. А когда ты нажал ульту, ты на некоторое время, ну, неуязвим. Тебя нельзя не бить, ничего с тобой сделать. Кстати, возможно, что-то будет нападение на демона на боте под Т2. Странное решение, но... Ну его должны, да, его должны забирать, в принципе, или нет. Да, он погибает. Вперёд. Размен на шейкера и также дримкоил на дровку. Дровки хуёво. Дровка дохнет, да. Как хуёво. Хуёво. Бля, да далеко зашли на самом деле, пиздец. Не надо, дровка... Дровка уже третий раз дохнет. Вообще не круто. Закуп пака. У пака вот такой вот закуп. Два корова поебут. Да. Кстати, апнутая урна у Сейва появляется. Пиздец. И скоро появится, скорее всего, так называемый Lotus Orb для бабушки. Снэпфайр, так, да. Клок с форсом будет. Бля, ну вообще хз на самом деле. Что-то не очень круто складывается вот это все. Да если так подумать, под Магнуса вообще ничего нету, да? Ну типа под РП. Какого-то пака убить норм. Да. Охуеть, у меня инет дропнул сейчас. На нападение на Клэкверка пытается задинать сабкрипа, не получается, дохнет. Блять, пиздец, что-то хуёво все для Вичи Гейминг теперь. Да, у Медузы уже скади есть. Невероятно сильная. 17 лал еще, пиздец. Лал ёбнутый. Да они заруинили все сами этой дровки, три раза подряд сдохла. Не можешь просто фармить, что-то форсят вечно по этот бот тайр уже и снова пытаются выйти. Не такой дровки я, конечно, ожидал в этой игре. Вич Гейминг скан нарочно нажимают, там никого нету. Смокичи также в этот момент нажимают Virtus Pro. А у них все ультимейты есть, кроме эхо, да? Да. Не, и глобал есть. Да, не, все да, есть, вообще все есть. Ребренд, Дакавы, медиа сейчас подставится. Ух ты. Успел брикануться, также БКБ находится у Драгонайта, хукшот Кингслеера. Глобал пока не хочет нажимать и не будет, в этом нет пока смысла никакого. И выживает Кингслеер, просто уходит на ноге, много урона получает нахуй клок. Сбили флажку Кингслееру, обстрел идет по Кингслееру, Глобал не успевает нажать. Также Паш, стан ловит шейкер. Шейкер тоже дохнет. Это хорошо, это очень хорошо. Хорошо.
Да, медуза 12 тысяч, это очень много на самом деле. Это дохуя. И левел ёбнутый. У него левел вообще пиздец, 18. Охуевший. Левел. Охуевший. Я недоволен. Я тоже крайне недоволен. И возмущен сверху. Чё, как мне кажется, будет третья карта. Мне кажется, мы въебали. Не-не-не, зря хроните. Я вам говорю, на дровке появятся айтемы, и с этим шардом он тут дузу трахает. Нужно время просто. Монтуси, кстати, после БКБ пытается сделать дровка. Мотонорм, кстати, глобал. Салапака норм. Также смоки нажимаются команда Virtus.pro под спину Найтфола. Т1 забирает спокойно, если никто ему не мешает. В центре ломает. Все это было видно, ставят топсик. В очень хорошей позиции сейчас. Чё, блядь, чё это было нахуй только что? Чё это нахуй было? Олд Элевена убивают. Чё это было, блядь? Ладно, похуй. Что это было? Хорошика. Вообще могут, пока Магнуса нет 40 секунд. 40 секунд, чё-то, идите рошу. Им вообще похуй. Они могли, кстати, реально, фри рошлинг был для них. Фри. Там нет, да, формы, там нет ульты бабки. Скажу, заходит на хайграунд сейчас Найтфол, смотри. Фиссуру по двоим. Найтфол с ультой пока не нажимает. Нажимает ульту наконец-то. Дровки очень хуёво, дровка без БКБ до сих пор. Только приходит БК... Он Куру убил с БКБшкой, проебали. Ладно, все, это конечно. Бля, бро, что за хуйня? Я не знаю, мне хуёво. Ну, Куман был прав, типа, медуза не проигрывает. Ёбаный рот, бро. Мы все въебали опять. Ну, я 50 баксов въебал. Я как камбэкнул. Было невероятно круто все для ВИЧи. Они все просто взяли и проебали этим файтом на миде. Потом, блядь, в боте файт. Ну, чел на дровке как, ну, умирает в каждом файте. Практически первый. Да чем-то. Без нихуя просто идет, без БКБшки, без нихуя, без сейва кого-то. Просто дохнет. Обидно. Чё? ДК без БКБ прыгает на сейва, сейва вывозят под Т2, сейв тут точно должен умирать здесь. Да, сейв погибает. У чела на дровке БКБ не будет еще минуту, 20 секунд. Чё? Стоит заметить, что это снова, сука, Сия на медузе. Как же меня раздражает в любой игре Сия на медузе. А зачем он Сию делает, вообще не понял. Да, то даже Сия, он сам у себя айтем-то неплохой, но манта это слишком имба айтем. Ты снимаешь шаленс и всегда нажимаешь ульту из-за этого. И более того, ты линии пушишь, вот в этом самый кайф. Все остальное похуй, ты линии этой монтой пушишь, это... Ты всегда заходишь на тройку, например, к ним на тройку, и у тебя есть всегда возможность отправить монту на одну линию, другую, на другой самому отпушивать. Это самый большой плюс этого айтема. Я вообще не понимаю, зачем Сью собирают. Я, конечно, понимаю, там, я дома, а не на инте, но тем не менее. Два кора Virtus.pro сверху находится у шейкера. Чё там, БКБ делает? Да. ДК себе, кстати, Лебарду делает. Правильно, Вездузы, норм. Чё, Дримкойл потратил пак только что. Ну, в никуда. Кстати, делает Дуза сейчас бабочку себе. Дуза будет пиздец огромная. Она уже огромная, это вообще пиздец. И БКБ нет до сих пор у дровки из-за мёртвой куры. Заходят на тройку Virtus.pro. И чё? И фармят нахуй. Борды ломают. У дровки БКБ сейчас появится. Она появилась уже давно. Просто долетела. Но уже что-то не вижу, как ей это поможет. Но посмотрим. Сейчас много будет зависеть от того, как позиционка будет держать ВИЧ в файте. Это очень важно для них. Там раскайтить ульту Дузы и убить пока что сапов. Ну, Санисера пера на Асопрос убить. Нападение на Драгонайта, иллюзия нажимает. Пока живет. БКБ приходится нажать. Охуеть там урона, пиздец. Урон бешеный, да. Сейчас Магнус будет прыгать, судя по всему, куда-то, нет? РП по двоим сейчас. Глобал нажимается. А, не, по одному углу этот РП. Ты видел? А, он опять их слэм въебал. Да. Ладно. Блядь. Ты
Доза ультует, минус 2 сразу будет, по идее. Но доза под алебардой. Дек... Вывозят дузу под Т3. Пытаются ее убить как-то. Урона очень мало. Очень мало урона. Урона есть, урон есть. Дэм, дэм погибает. Дровка тоже погибает. Все, все погибают нахуй просто. Чел на дровке не может просто затаймить сайленс. Как он выиграть хочет? Сейчас я реплей пересмотрю на шейкера. Сори, сори, он там это... Пиздец, что за хуйня? Ладно, нормально. Это баг был или он прыгнул? Не-не, это баг. Ой, блядь, нет, это не баг. Он нажал, потом прыгнул, да? Да. В принципе, он предугадал момент, что Магнус прыгнет, и прикинь, он такой просто нажал пульт и отпрыгнул оттуда еще. Это было бы прикольно. Ну да. Ну, кстати, да-да. Норм тема была бы. Чё? Чё? Ну, въебали, бро. Чё, блядь? Да сука, я в ахуе. Да не, ещё могут. Я надеюсь, Норовка купит шарт хотя бы против Дузы. А чё шарт там даёт? Я не помню. Переохлаждение. Во-первых... Ага. Ну, я читаю. Это типа как Скади, да? Типа ХП реген. Там вся хуйня туда-сюда. Это со Скади очень жестко стакается. Но он вообще не планирует ни Скади собирать, ни шард. Ну, а, там манту Дуза хочет. Да, Дуза пиздец. Очень большая. УВП. Еще и шмотка падает хорошая для него. Ну, Титан Сливер тоже норм тема. Сливер лучше здесь уже, с Ией. Бля, Дуза Unreal убить вообще. Не, они могут, у них там на топе ДД, они могут спокойно Рошу убить и пойти закончить, я не знаю, чего они ждут вообще, сейчас. Вообще непонятно, чего они ждут. Бабка умирает, вывозит Дузу опять далеко, глобал нажимается, дровка БКБ, РП нажимается еще сверху на Nightfall, Nightfall пока живет, ульту не нажимает, ульту пришлось нажать, и просто отходит, и все пока что. Магнус хочет кого-то вывести, нападение на Кингслейера, Магнус хочет шейкера кого-то. Двух сапов убили. Они уже все бэкнулись, там ДД еще. Да, там ДД и в ботл ДД пойдет. Они ждут сапов и, мне кажется, Роша будет сапами. Либо, погоди, они что-то хотят, не? У них там Вижн стоит на горке, Вижн ломается. Понятно, ульты бафы нету. Там нападение на дровку происходит, дровка сдохла, кажись. Нападение на пака и дровку, дровка сдохла, пак выживает, еще и ДК сдохнет. БКБ ТП? БКБ ТП? Ну тоже. Они и дровку, типа, это все. Это месть? Он же вроде не типал их в первой игре. Бля, я не понял. Не, они вообще не типали. Так, нападение на Old Eleven'а. Пока что живет, да, он... Да, он выживает. Шейкер не дотянулся немного. БКБ у Шейкера появляется, планируется гоним. Дальше. Блять, я смотрю на эту дузу, это вообще пиздец какой-то. Эх, я не знаю, как ее убить. Типа там у дровки вообще нихуя нет, по сути. БКБ на сейф, Яша, Драгонленс, все. Все, что у дровки есть. Клок умер. Похуй. Соло для КПК на самом деле. Очень хорошо после того лайнинга. Ну, у него еще гоним. Охуеть. Ну, я не завидую этой дровке вообще. Опа, пословили КПК. Не-не-не. Уйдет. И на Рошу. На Рошу заходит Virtus.pro. Да, тут для ОП победа. Судя по всему. Очень поздний Рошан, могли давно уже убить его. Угу. И криты намечаются у Дуза. Я говорю, Дуза это... Жесткая хуйня. Крутой гер. Она на линии сильна, она в лейте сильна, она на всех стадиях сильна. Это самый недооцененный герой. Ну, Дуза, Тиник, вот два героя, ёбнутые в этом патче.
на керри. Че там? Нападение будет сейчас. Ух ты. Ну, он умер. Да, он умирает на ДК. Я на ДК. Че, парни, может ГГ напишите, нахуй позориться. Давайте next карту, пиздец просто. Они на базе собираются еще долго стоять. Опа, нихуя. Грифсы, вывозит 3 героев, хслэм в никуда, по сути. Ты не хочешь на дровке отойти немного, чтобы ульта работала? Дэм погибает. Найтфол тупо нахуй с ультой, ебать, идет. Дровка сала дай. А там, блять, там гост. Байбек нажимается от Драгонайта. Бесполезный, по сути. Никого не подловили, убили только шейкера. В размен на 2 байбека, нахуй, РП. И БКБшка дровки. Бля, вообще пиздец, как хуёво. Вроде все так неплохо было, РП, типа, по троим, но в этой РП вообще нечего дать. Там глобал, типа, сразу же. И все. Ну да. Урона у дровки вообще нет. И ДК в таверне был. Да и от ДК урона бы не было, в самом-то деле. Сука. Дровка с притык стояла, у нее ульта отключилась, и надо было чуть отойти бить, я не знаю, чего он на притык туда встал. Он стоит там, сайленс не юзает, ничего не нажимает. Просто притык шейкер встал бы и бьет его. Шейкера такая хуёвая игра, но все равно какую-то пользу вносит. Ну да. Бля, у ГПК еще дохуя на паке. Левел 25, кстати, сейчас будет. Ну. Я твой фанат, за экскурсию, я твой фанат. Но он сейчас, он, наверное, next этот купит. Дагон, наверное, купит. А, единственное, что у него сейва нету, ну, кроме Иблейда. Да, этого ему достаточно, наверное, будет. Но он Иблейд, он в качестве сейва здесь купил. Тут он и для, ну, для, да, себя, и для тиммейтов. Смоки чем от той и другой команды. Пак просто уходит на базу. Видят Медузу. И просто все уходят, боятся. Она тут одна. Ну, у нее Эгис. Угу. Рисует то, что все на базе сейф. Сейва гем, блин, 18 левел. Кстати, сейф может любить этого. Вся пика любого. На ДВ. В целом. Он не дровку, если она без БКБ убьет за прокаст. У него 18 уровень, у СЛО. 15к уже умер ТСП. По боту пойду Т2 забирать. Эгис еще минуту будет. Да похуй даже на этот Эгис. Даже без Эгиса дровку Медузу хуй убьешь. 25-й, кстати, Дуза апнула. Талант солидный. Ну, я не знаю, что тут для Vici Gaming надо сделать, чтобы играть. Уже ничего не сделаешь. Согласны? Ну, там дровка собирается собрать в глей сатаник. У них ноль шансов, вот реально, с этим челом. Он даже ни шард не купит, ни скайди не купит, ни МКБ не собирается покупать. Да, как вообще он пиздец. Кого убивать, не нравится, непонятно. Там чела дубаров лет нахуй. Они сейчас один файт проведут, и все, я думаю, закончится игра. Ну, по наичке, на самом деле. Ну да, если игру эту вебут, то все пиздец. В нижнюю.
А в нижнюю не хочется падать. Так, нападение идет на Dark Willow, так называемая. Она, кстати, с гемом. Очень круто, очень круто. Только толку от этого. Бля, дровка пиздец. Ой, дровка. Дуза пиздец, захуя. А еще и БКБ, кстати, планирую делать после ПТ. Место ПТ, точнее. ДК с огонем скоро будет. Сейчас, возможно, будет нападение на ДК. Не, ДК вылетает. У Лотус, кстати, у снэпки с Олором. Чё ещё интересного тут? Сука, это хуйня летучая, это вообще пиздец мем. Окер? Да, да, шардом. Медуза собирается БКБ покупать, у нее также 25 левел, криты. Ну ВП типа, в принципе, можно понять, не на очке очень, очень жестком. Я хотел просто подраться нормально, не на хайграунде, чтобы закончить спокойно игру. Да, что Дозу везут на базу. Да, Вичи Гейминг тупо на базе сидят, чилят. Смоки, кстати, нажимают совет от Virtus Pro. Пытаются найти кого-то. Никого и не найдут, сука. Стоит заметить, что у Магнуса нету БКБ. Он, ну, типа, если там Шейкер подстрахует, они не могут его вести. Алло. Алло. Чё-чё? Вы въебали, нет? Интернет пофиксил, говорю. Мы въебали ставку, да? Ну, блядь, как видишь. Бля, почему? На 98, да. Бля, так мы же до этого, без стрима, помнишь? Мы выиграли ставки. Ну, я выиграл. Да и ты выиграл, по-моему, тоже. Непредсказуемая хуйня происходит. Чукскаби, ребрендинг получается? Ребрендинг? Какой? Ну, пися попа, вот эта хуйня, по-моему. Ну, мы въебали уже. Две ставки, по сути. Ну, одну из-за тебя, одну из-за меня. Пизда, что делать будем? Предлагаю ребрендинг. На какое? Не знаю. А чё еще не было? Чё еще не было? Пучбетс? Пучбетс? Как тебе пучбетс? Пучбетс? А почему пуч? Пуч смешной. А у вас сейчас как называется? Сейчас пися попа бетс. Но у нас уже третий раз меняется название, потому что мы все ёбаем, блять. Ну самое-самое нормальное это... Какой было? Давайте Чечня бетс. Го, Чечня бетс, всё. Неплохо. Ну еще есть, еще есть как вариант проебали бет. Проебали бет. Ну это уже, знаешь, на крайний случай, когда денег уже будет. Ну го, Чечня бет, Чечня бет. В данный промежуток времени ребрендинг происходит. Сата у нас 0-0. 0-0 сата, если чё, кто забыл. Этот матч не считается? Естественно не считается. Я в любом заиграете, отвечаю. Надеюсь. Как команда узнает, как вы называетесь, они сами будут подстраиваться под ваши ставки. Кстати, три баунти забирает Шейкер, блядь. Солидно. И сейчас появится Аганим у Шейкера. Шакер. Шалы самый большой импакт за всю игру в этой игре было. Ну, Шейкер мем какой-то, да. Мема не идет, я говорю, он так хорошо играл все это время, он вот в будку посадили, все, у него что-то не идет. Что там у дровки нового? Появляется у неё баттерфляй, блять. Бля, честно говоря, вообще не ебу. Вот чё не сделаешь, все равно въебал игру эту. Бро, мы все равно ставку въебаем. Почему мы на стриме все въебываем постоянно? Рошлинга забирает команда Virtus Pro. Да не знаю, Кусакабе, ну ты какую-то хуйню колешь. Какой этого Рошлинга уже? Ты хуйню колешь какую-то. Давай да его. Ты хуйню колешь, ты меня на ВП заколил. В смысле? Ну первый раз, да. Ну и все. Ну ничего кто бы мог подумать, что они хуёво сыграют так. А что не было, подумал, то, что не сейчас камбэкнет. А, да, 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 вообще. О чем ты? А, ну да. Чечня бэт. Открылись только.
Ну, сейчас, смотри, стрисы на клокверке своим поганом хочет эго спиздить, сучара. Сукин сын, блять. О, так у него... Ой, ебать, его пропалили, кажись. Конечно, он оттуда ракеты пускает. Смотри, сын летит. Ну, он сдох, сдох, или... Да-да-да, пизда тебе. Сучара. Он с баем? Не, он без бая. Ну, не вей, 50 секунд. А, там, кстати, на бот еще бабку уничтожили. Да, жопикей вообще не остановить. Потеет, сука. Так, после Вичи Гейминг ВП играют Спирит и Фнатик. Бля, ну там бабок 100 просто может залутать Кускаби, слышишь? Кускаби? Кускаби? Кусаками наигрался, видимо. А по Фнатик веришь или Спирит? Да, Спирит, я думаю. Фнатик пиздец, что-то слабое. Ну да, ну это Равен просто пиздец. Он в паблике так руинит, что он фейк играет. Я каждый раз он их меняет. Я каждый раз его хуй шошу, потом мне говорят, что это Равен, я охуеваю. Тут идет файт, дровка почти сдохла. Ну она, кстати, погибает. Тут ей жмет. Ну, все, тут тоже тут нажимает. Не... А, без байбека, кстати, на дровке без умер. Проебали. А как он умер? А, я КПК убил. Угу. О, медуза. Ну, дохуя, дохуя, да. Не убить ее. Без дровки не убить, там дэмэджа хватит. Ой, хороший, кстати, дримкойл ульта ДВ. Или там не было дримкойла? Там не было. Не, он кончился просто. Да похуй, бро, Кайранец, просто матч комментируем, сейчас деньги наконец-то ставить будем. Да, что-то мы просто не ставили все это время. Да, да заебались просто, вот. Анализировали, так сказать. Кстати, 330 деревьев сломано за игру. Ну да. Чё, пишите ГГ, суки. Go next карту. Боже. Мы с этим тоже... А, в смысле не выбрано. Чё? Время уничтожения первых казарма выбирали вы? Да, я на... 40-й. У меня 340. Ну, у меня неверно. Я ставил после 40, но мне тут показывает, что не выбрано вообще. А проебали. Я вышел и зашел. Maybe, ну там баг, иногда баг, багается. Да. Хм. Они до самого конца игры будут, это же инт. Ну, в принципе, очевидно, да, ну, anyway. Есть же игры, которые 0 шансов на победу. Я не знаю, что должно произойти, ну, чтобы они выиграли. Ну, ладно, мы не въебали. Мы бы въебали, мы бы въебали. Мы бы въебали, ну слушай, мы бы поставили, я думаю, знаешь такого, ну правда уж. На Вичи Гейминг, думаю, да. На Вичи Гейминг. Ну, слава богу, что не поставили. Слава богу. Пиздец, все позитивное. Да? Да. Главное, это не отчаиваться, это раз. Смокичи. От Virtus.pro. Да какие нахуй смокичи, бро? Ты че, рофлишь, что ли? ДК будет погибать, судя по всему. Очень жаль, очень жаль. О, у него получилось. И глобал, все нажали, чтобы... А он без бая, кстати, ну да, этого стоило. Да, два стола. А то есть вот эти 35 тысяч на творчестве тебя не смущают, да? Два стола. Опа. В атаку, парень. Вывезли её, и чё дальше? Ничего. Да и вообще похуй так-то, у него сатаник еще даже есть. Ну все, пишите ГГ, пожалуйста. Ну, блядь, нахуя? Вас под фонтаном пиздец. Я пиши ГГ. Пожи. Наконец-то, боже. Я этого ждал. Virtus.pro. Virtus.pro. ДМ в MVP. Чё, голуби еще раз?
отыгрываться давай, будешь? Да, давай по Синекс, я бы сейчас отошел. Да, о, да, охуенно, я как раз похавать хотел. Вообще чётенько, чай, видосик.